Нагибаем побег, смотрим одну из почек. Значит, разламываем ее, если почка у нас внутри зеленая, значит, дерево перезимовало. Этим деревьям по 8 лет. Их вырастили семечки, что, по словам главного агронома питомника Андрея Коваленко, делает растения устойчивыми к местному климату. Помимо этого, такой клен менее подвержен воздействию вредителей. Вокруг стволов высадят несколько сортов кан с различными цветами и оттенками листьев. Каны – многолетние растения, родом из Южной Америки, которые зимуют в клубнях. Это сочетание как бы ярких красок, скажем так, в приствольном круге, то есть внизу, как бы на нижнем уровне. И красивая ажурная крона зеленого цвета, такого, как бы дающая тень в верхнем ярусе как бы озеленения.